Я помню выступление и посла США в Армении, и выступление некоторых политиков, которые говорят, нам Азербайджан обещал, что народ Карабаха будет жить в безопасности, так что все нормально. Я так считаю, что вообще на встречах с Азербайджаном должен быть обязательно третий сторонний наблюдатель, потому что все, что обещается, потом забывается. Даже если это сказано не устно, а подписано на бумаге, как трехстороннее соглашение. Поэтому обещаниям верить нельзя. Я тоже противник быстрого, скорого подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Я считаю, вообще все переговоры должны были прекращены после того, как началась блокада Карабаха, после того, как Международный уголовный суд признал и Совет Безопасности, и ООН все признали, что Азербайджан должен открыть Лачинский коридор, как было подписано в трехстороннем соглашении. Если этого не делается, я считаю, что Армения должна была прекратить, сказав, что мы, да, за мирный договор, мы за мир на Южном Кавказе, но пока не будет выполнено решение трехстороннее об открытии Лачинского коридора и приглашении блокады и практически геноцида армянского народа до Нагорного Карабаха, мы прекращаем все переговоры. Тогда, может быть, вот эти крупные акторы немножко бы более активно начали заниматься этой проблемой.